А вот столичные чиновники предлагают привести к одному формату сигаретные пачки. С обращением о запрете брендированных упаковок обратился директор Института наркологического здоровья нации. Об этой и других инициативах обзорный материал программы. Все пачки должны быть одинаковыми, уверены в Институте наркологического здоровья нации. Такая антитабачная технология зарекомендовала себя в Австралии. Там число курящих заметно уменьшилось. Соответствующий закон хотят принять и в России. В случае его одобрения все пачки будут одинаковыми. Шрифт одного размера, типа и цвета. А рисунки и другие элементы вообще будут запрещены. Российские власти могут поднять утилизационный сбор на автомобили. Вопрос об увеличении его размера прорабатывают в Минпромторге. Индексация на 20-25% может произойти уже в третьем квартале 2015 года. Дополнительные доходы от увеличения размера сбора могут направить на поддержку российских автопроизводителей и пополнить бюджет. Изменить систему госзакупок в пользу отечественного программного обеспечения предложили в Госдуме. Сохранить цифровой суверенитет, уверены чиновники, может только вытеснение импортного программного обеспечения конкурентоспособными отечественными продуктами. А значит, в системе госзакупок будут проведены изменения для создания более выгодных условий российским специалистам.